Сами понимаете, что удаление внесло свои коррективы. Очень хотели мы сыграть в равных составах. Детские ошибки нас привели к удалению. Играть 85 минут против Зари. Очень много сил надо. И пока они были неплохо, мы перестраивались. И даже играя в меньшинстве, создавали моменты при стандартных положениях при счете 0-0. Запустили в обороне ошибки. Команда все-таки Заря классно повыше, и с нашими ошибками команда воспользовалась. Да, мы проиграли 4-0, но надо держать удар. Я ребятам сказал, сейчас раздевалки. Проиграли. Но если мы вместе идем до конца, поэтому надо собираться и в следующие матчи выходить. И, как говорится, по ушам получили, надо отмазываться. Поэтому проанализируем сегодняшнюю игру, сделаем правильные выводы, стряхнем звездную пыль с некоторых ребят. И я надеюсь, что это пойдет им только на пользу. Спасибо большое за ваш комментарий. Коллеги, пожалуйста, вопросы.